Меня зовут Антон Карлинер, я сопредседатель профсоюза журналистов-работников СМИ. И я пришел сюда, чтобы выразить свой протест, потому что нападение на журналистов это, к сожалению, такая неотъемлемая часть нашей реальности, которая ужасная часть нашей реальности, да, которая показывает, вот, наверное, степень того, как наше общество в какой находится беде. Пока это остается таким, очень хочется, чтобы те преступления, которые совершаются по отношению к журналистам, были исследованы, ну, буквально какой-то маниакальной педантичностью и под микроскопом. Вот. И для этого, собственно, я сюда пришел. Я считаю, что любое нападение на журналиста в России – это ситуация чрезвычайная. Оно требует тотальной мобилизации и экстренной службы, и журналистского сообщества. И даже если власти ведут себя абсолютно правильно, мы должны... Наш долг как профессиональное сообщество – не давать им расслабляться. Ни следствию, ни представителям власти. Если бы я пришел, наверное, отвечу, ничем бы не отличался от других вечеров на Новом Арбате. А я хочу показать людям, что он немножко другой, потому что сегодня произошло страшное событие. И если бы я сюда не пришел, наверное, тем самым я дал бы всем зеленый свет на подобные методы воздействия на журналистов, не только журналистов, а на всех свободных людей и независимых.